Здравствуйте, дамы и господа! С вами канал «Вкусная еда, не только Джули». И сегодня я буду готовить хачины с сыром и картофелем. Что такое хачины? Это лепешки из тонкого теста с картофельной, сырной начинкой или мясной начинкой. Ну, и еще добавлена зелень. У меня сегодня будет картофельная начинка. Но чтобы приготовить хачины, нужно тесто. А тесто можно готовить из кисломолочных, из любых кисломолочных продуктов. Кефир, простокваша, айран, тан. У меня кефир. И сейчас в кефир я добавлю 1/2 чайной ложки соды. Все, соду я добавила. Теперь добавлю соль и муку. И все. И можно замешивать тесто. Так, все, я сейчас все тщательно перемешаю. Так, все, и замешиваю тесто. Вот, друзья, тесто я замесила, убрала в мешочек, пусть она отдохнет от праведных трудов. А в это время мне понадобится уже вареный картофель, который я сейчас растолкла. Картофель я растолкла. Теперь я в картофель добавляю зелень, лук и укроп. Добавляю 3 зубчика чеснока. Сейчас чеснок находится в тарелке. И последний ингредиент, это я добавляю твердый сыр. Конечно, в идеале подойдет адыгейский сыр, но за неимением лучшего можно добавить любой твердый сыр. Все. Теперь все будет, друзья, начинка готова. Теперь пришло время раскатывать тесто. Я раскатываю тесто. На середину укладываю начинку и собираю в юбочку или в середину собираю вот так мешочек, хорошо закрепляю и этот мешочек вновь раскатываю. Вот, друзья, раскатывать нужно аккуратно, чтобы не повредить тесто и не вытащить начинку. У меня первый блин получился комом, потому что я не рассчитала свои силы и повредила. Поэтому очень тихо, очень внимательно. И тогда очень нежно, тихонько, и нужно раскатать. Хачины я буду жарить на сухой сковородке, без масла. Так, первый хачин у меня готов, и я пропитываю его жидким сливочным маслом. Вот, друзья, мои хачины готовы. Каждый я смазывала сливочным маслом. Вот такие они у меня получились. На этом все. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте и будьте здоровы!